Здравствуйте, друзья. Мы возвращаемся немножко к нашему строительству, потому что так вроде все у нас более-менее в порядке, но вот видите участок, надо с ним поработать. Это вот наша пристроечка, вид сбоку, то, что строилось. Это вот тут я стою в такой верандочке как бы. У нас тут есть. Вот. А вот это все вот безобразие тут вот наросло заново. Представляете, вот эта вся фигня выросла из тех корней, которые были удалены. Мощно удалены, но тем не менее, видите, как получается. Природа, не задушишь, не убьешь природу. В общем, сегодня начинается работа по приведению участка в порядок. Здесь уберут, землю вывезут довольно много. Проложат дорожки, посадят там все, что надо посадить. Ну, в общем, это некоторый такой проект. Вот, начинаем. Светлана сейчас беседует. Вот вам, может быть, не очень видно, но вот они там стоят. Беседуют с контрактором нашим. Американский дяденька. И они тут вот обсуждают разные детали. Те из вас, кто помнит историю с забором, что сосед не хотел забор менять, говорит, хороший забор, там все такое. Не стали менять забор, пришли ребята и за штуку баксов вот его укрепили снизу, вот видите, вот этими досками. И стал заборчик просто как новенький. Вот, вот этими досками его прибили. Ну, не потому что не хотели поставить новый или там сэкономить хотелось, этого не было. Мы как раз хотели поставить новый, но, в общем, из-за соседа экономного вот так получилось. А не укрепив забор, нельзя было начинать работы по участку. Так вот, в общем, завязка такая. Я уже тут в доме внутри. Вот я вам показываю, как Светлана с контрактором обсуждают там, чего делать. Это у нас санрум называется. Идея санрум состоит в том, что она не отапливаемая, а так как бы солнышком отапливаемая. Вот. Они там обсуждают. Я спросил, сколько времени займет вся эта операция. Говорят, что 3-4 недели в зависимости от погоды.